Значит, по поводу работы в Брисбене, должен вам сказать, я не знаю, как здесь у нас освещалось в прессе, потому что меня не было. Я сначала, как вы помните, был в Пекине, там было крупное мероприятие, потом занимался проблемами развития Дальнего Востока, отдельных отраслей в Владивостоке. А вот потом уже перелетел в Австралию. Но я так знаю, отголоски слышал, как это освещалось, знаю высказывания своего австралийского коллеги. Хочу вам сказать, что на практике ничего подобного не было. Австралийские партнеры создали исключительно доброжелательную обстановку для работы. Очень сердечную, я бы сказал, и располагающую к поиску решений, к решению проблем, перед которыми стоит мировая экономика. Я вас уверяю, говорю совершенно откровенно. Более того, я даже удивился той теплоте, с которой принимали нашу делегацию рядовые граждане на улицах. Я даже не знаю, как это объяснить. Но действительно, с аплодисментами, там, со знаками внимания и очень доброжелательно. Что касается воинственных заявлений моего коллеги, наверное, такая культура политическая, что они там как-то напрягают обстановку. Но, повторяю, в жизни и в работе ничего подобного не было. Мы очень конструктивно обсуждали не только те темы, ради которых собрались, но и очень тяжелые вопросы, связанные с крушением малайзийского Боинга, предметно, значит, конструктивно. И, уверяю вас, все было не только в рамках приличия, но и весьма доброжелательно. Что касается самого обсуждения, то оно было очень, повторяю, профессиональным, предметом, вообще не выходило за рамки предложенных тем. И коллега мой, Тони Эббарт, он вел очень грамотно, профессионально все эти дискуссии, он был модератором, и слово всем умел дать, и все это сумел дать и слово всем, и все это, несмотря на сжатое по времени пространство, временем пространство, еще и все делал так легко, и с улыбкой, с шутками. В общем, в этом смысле у него даже есть чему поучиться. Вы знаете, что я не пошел на последнее завтрак, там ланч, не знаю чего. Но мы практически всю работу уже выполнили. В этот день было две сессии, вторая и третья. Ваш покорный слуга там выступал и на второй сессии, и на третьей. Изложил позицию нашей страны и по развитию международной финансовой системы, по борьбе с отмыванием денег в офшорах. Это все очень было конструктивно, думаю, что очень полезно. Наша позиция услышана. Более того, некоторые вещи мы сейчас будем осуществлять и в нашем законодательстве внутри страны. Я считаю, что работа была результативной. Я уехал действительно чуть пораньше, потому что лететь. Знаете, мы летели назад 21 час в самолете. Просто в самолете 21 час. Наверное, дольше всех из тех, кто там был. А потом, я же знаю, как это происходит. Там 20 с лишним человек, еще очередь по алфавиту, кому когда выезжать. Что лучше было пораньше там отбыть в своясе. Но дома дел достаточно.